Привет, друзья! С вами снова я. Ну вот задела меня одна дама, Людмила Горшенина, в Ютубе там под роликом пишет: в доме сколько народу, а во дворе и на огороде свинарник. Не стыдно показывать? Я написал: не стыдно. Значит, уважаемая Горшенина, вот я тебе показываю, или вам. Таких людей надо на «вы» называть. Вот где дров вот нету, мы убрали. Это я отчет делаю. Вот у нас это. А это дрова остались, так что их ради показухи не показывают. Не, я показываю так, как есть. А вот наш палисадник один. Ну и где тут свинарник? Вы глаза разуйте, уважаемые, прежде чем писать гадости о людях. То ж, ну, настолько человек такой зловредный. А вот наш огород. Уже посаженный и заграбанный. Вопросы есть, Людмила Горшенина? Вот тут вот была куча мусора. Весной и зимой и осенью убирали, сожгли. Вот абрикосы уже цветут. Вон вишенька японская, китайская, войлочная. Вот. Вот так вот. А вот уже абрикоса. Вот так вот. Вчера было чуть-чуть, а сегодня уже, видите, столько. Так что Кобесова Зарина, ждем гости. Хватит там болеть, то у меня друг, я его очень люблю, это Заринка, и она приболела, кошечка. Ну вот, посмотрим еще один палисадничек. Вот, что тут кому не нравится. А вот Аллочка моя с Евой на огороде убирали. То одна дама в Ютубе, Людмила Горшенина, пишет: полный дом у вас людей, а во дворе и на хозяйство свинарник. Не стыдно показывать? Я пишу: не стыдно. А где свинарник она увидела? Да, ну, то такой человек все. Противный. Вот я и отвечаю, и показываю. Я не, у нее ни фотографии, ни одного ролика. Не так, это выскочило откуда-то, непонятно откуда. И начинает. Ну, человек такой. И вот соседний огород тоже будем сажать. Вон соседи уже работают. А вот клубничка у нас такая чистенькая. А вот тут посеяно. Сейчас надо будет полить. А вот капусточка ранняя, Аллочка только что полила, пока я кашу поросятам варил. И что человеку не выводит? Не так, так, та абрикоса еще не цветет, а не, а это начинает вот тоже цвести. Видите, а это у нас малина, то мы ее проводила, а траву так и не убираем. Видите, такие цветочки, это для души. Вон тюльпаны, сейчас я вам покажу. Вот-вот расцветут. А ей не так, свинарник есть, конечно, а как же. Это в квартире хорошо сидеть на балконе, плевать с балкона. Да, Юська? Да, девушка. Вот-вот. А это скоро там будут суки есть, еще цепляки будут есть. Да. Ну ладно, друзья. Все. Мамуль, я кашу сварил. Молодец. Поросятам. Ага. Стой. Ага. Хорошо, стою, Аллочка. Боже, сохрани ты, что я ж как